Ребят, всем привет! Хочу прокомментировать данное видео, которое вы сейчас посмотрите. Александр ехал с города Запорожья в город Херсон. Был остановлен сотрудниками госавтоинспекции. Один из сотрудников МВД, который так представился, вел себя не просто неадекватно, а вел себя как бандит какой-то. И данное видео при просмотре вызвало у меня массу адреналина, массу эмоций. Вы знаете, я бы, наверное, поступил бы совсем по-другому, не так, как Александр. Александр в этом видео в конце просто взял и уехал, потому что, говорит, была вероятность того, что этот неадекватный сотрудник МВД ворвется в машину, начнет тянуть Александра, заблокируют автомобиль, заберут камеру, потому что реакция была абсолютно неадекватна. Я просто не знал даже, что такое может быть. И это Херсонская область, ребята, понимаете, все больше и больше мы видим в Херсонской области неадекватно. Значит, что хочу сказать. По приезду Александр заполнил все материалы, все бумаги. Мы все четко оформили, отнесли в прокуратуру. Хотим видеть адекватный ответ прокуратуры. Хотим видеть правильный ответ. Как они расценивают действия своего сотрудника. Правильно, неправильно. Что хочу еще сказать. На носу у нас переаттестация. Да, мы скоро будем называться полицией. Как вы считаете, достойный ли этот сотрудник? Слово полиция, да, может ли он носить это звание? И вообще, могут ли быть допущены до переаттестации такие сотрудники? Ребят, всем спасибо за внимание. Смотрите видеоматериал, не буду подгружать. Счастливо, до свидания. Добрый день, вам водитель, старший инспектор, старший лейтенант Тартычный. Тартычный, я очень-очень тороплюсь. Можно я поеду, правда? Старший водитель, ну вы же должны быть в Зерцем. Я Зерце. Вы на стоп не стали, вы понимаете, сейчас время такое, что... А вы кто, я извиняюсь? Что? Вы кто? Патрульная служба. Вы патрульная служба? Да, я патрульная служба. Будьте любезны. И надо остановиться, понимаете? Патрульная служба, будьте любезны, удостоверение свое. Кто вы такой? А формы не видно? Я не знаю, что это за форма. МВД. Ну, покажите удостоверение, формы мне мало. Удостоверение. Слушай, а что есть? Ты такой умный, а? Я не понял, мы уже на «ты» перешли или что? Мы друзья с вами? Откройте, пожалуйста, багажник и заднюю дверь. Кому? Вы кто? Не, ну я тебе покажу, кто я. Только не ты, а вы. Ну попробуй ты мне потом багажник не открой. Что будет? Выкину нахер с машины, понял? Видишь? Беленко Игорь Валентинович, вы меня выкинете с машины? Покажите, пожалуйста, багажник и покажите, пожалуйста, боковую дверь. На основании чего? Вы не стали на стоп-контроль. Беленко, вы кто такой вообще, не понимаете? Меня сын инспектор ГАИ, вы кто? Вылазь давай. Беленко, что вы дергаете машину мою? Вы вообще в себе, я не могу понять. Я уже не в себе. Не давай в себе? Открывайте машину. Давай открывайте, я не буду вам ничего открывать. Вы не в себе, кому я буду открывать? Смотрите, как вы себя ведете. Так себя сотрудник МВД ведет? Дорогой, стоп, ты на я стоп, вам не стал? Дорогой. Я задаю вам вопрос. Так себя ведет сотрудник МВД на Украине? Так, это пример поведения? Выкину с машины, это пример поведения человека в форме с оружием? Я вопросом задаю. Я не знаю вообще, как можешь себя вести, как кажется, что я везу. Вам не дают это прав меня оскорблять, мне тыкать. Я не вас не вам... оскорбляю. Я вас вы считаете, выкину с машины, это не оскорбление? Меня это лично оскорбляет. Человек, который стоит с автоматом, угрожает меня выкинуть с машины, меня как минимум будете, оскорбляет. Будете вы тут стоять очень долго. Почему? Второй вариант. Почему? Пока не приедет группа, и вами не зайдет. Какая группа? Земфира, Мумитроль. Какая группа должна приехать? Вы можете мне объяснить? Я тороплюсь, мне надо ехать в Херсон, я жду клиенту. Если бы вы торопились, вы выполнили быстренько требования, то, что происходит если сейчас в стране. Если бы, послушайте, вы хотели, чтобы я открыл двери и багажник, вы бы быстренько, вежливо попросили, и, может быть, я бы подумал. В таком тоне... Я не обломаюсь, я могу Беленко, вам вы уже нежненько. Обломались, я вам честно скажу, обломались, потому что так себя люди не ведут. Теперь я принципиально никуда не уеду, вызывайте группу, я нас составлю на вас заявление за угрозы. Вы думаете, что просто так, что ли? Вы думаете, а какие угрозы? Где вы думаете, угрожать? Просто так автомат можно получить, стоять и людей разводить? При сотруднике милиции, вы сам сотрудник МВД, как можете так вести? Какой вы порядок хотите навести на Украине, если вы ведете себя как быдло? Как так себя можно вести? Мне стыдно за вас, просто стыдно. Вы меня извините, у так, меня... Так, вылазьте быстро с машины, я вам так, сказал. Во-первых, от машины отойдите от моей, это раз.
руки не ложите, автоматом не царапайте. Это два. В-третьих, еще раз, вы хотите, чтобы я вышел? Группу вызывайте, приезжает милиция, основание, протокол досмотра. Мы все открываем, все досматриваем, едем дальше. Только так. Устраивает? Вызывайте. Не тратьте время. Или я вызываю. Инспектор. Я вам сказал вполне серьезно. Я очень тороплюсь. Поэтому принимайте решение. Я все прекрасно понимаю. Вы считаете, что законы не надо выполнять? А законы выполнять не надо? Законы в чем? Ну а законы, вот, например, законы о поведении, общении с гражданами, их не надо выполнять? Уже отменили? Конечно. Я считаю, что надо. Я считаю, что очень надо, и это надо в первую очередь. Давайте так, вы начнете с себя, а потом я начну с себя. Не надо. Пожалуйста, выходите с машины, я вас Беленко, прошу. Я вас очень прошу, пожалуйста, не протягивайте ко мне руки и не надо мне угрожать. Если вы хотите, чтобы я вышел, я вас очень прошу, вызывайте сюда наряд, как вы говорили, мы с нарядом оформим документы, все посмотрим, вы успокойтесь, и я поеду. Все, это есть законная процедура. Вы не стали на знак стоп. Великолепно. Для этого есть инспектор ГАИ, который составляет админ материалы. Ну, я, если выйдите, так... Для чего я должен доходить? Чего? Протокол Так, товарищ, так как у нас ГАИ не карательный орган. Не, ГАИ у нас даже не предупредительный орган. То, что вы хотите меня предупредить, тоже не работает. Замечание. Замечание делается в случае нарушения. Есть нарушение? Нарушение есть. Отлично, давайте протокол досмотра, понятых и... Виталик, сейчас секундочку, я общаюсь с инспекторами, я скоро буду. Смотрите, инспектор, есть процедура. Если вы хотите меня предупредить, давайте в рамках этой процедуры это и сделаем. Если нет, тогда лучше вы предупреждайте Беленко, а не меня, а поведение. Я очень надеюсь, да. Спасибо большое. Стойте, я вас не отпускал. Кто вы такой? Вы меня не останавливали. Вы меня не останавливали, чтобы вы меня не отпускали. Пожалуйста, откройте машину. Я еще раз задаю вопрос. Кто меня остановил? Вы меня остановили? Я вас остановил. Кто вы такой? Вы инспектор ГАИ? Я вам показал удостоверение МВД. И что? Отлично. Есть инспектор ГАИ, который меня остановил, который меня отпустил. О чем я должен с вами общаться, я не могу понять. Вы хотите посмотреть? Идите в стекло, вот так загляните и все. Беленко, я понимаю ваше состояние, я очень понимаю, что вы недовольны, но я, поверьте мне, точно так же недоволен, как и вы. Так с людьми не общаются. Я вас прошу, выйти с машины. Для чего? Ну, вы будете ждать группу. Ну, хорошо, вызывайте. Я ее вызову. Так вы даже не звонили никому. Сейчас позвоню. Ну, звоните. Пожалуйста, руки с машины уберите. А можно узнать, на каком основании вы меня задерживаете? На том, что вы не даете осмотреть вашу машину. Да с чего? На основании какого закона я должен это делать? Можете мне объяснить, на основании какого закона вы действуете? По приказу РНБО. Я как гражданин... 25-й приказ РНБО. Беленко, не перебивайте. Я, смотрите, я гражданский человек, видите, я не в форме, да? Алло. Едьте сначала в райотдел. Там сдадите оружие и все такое. Слушайте, Беленко, ну давайте со мной решим, а потом будете давать указания, хорошо? А вы мне не тыкайте. Я вам не тыкаю, говорю, на вы. Вы будете тут стоять столько, сколько надо, пока я не осмотрю машину. Кто вы будете осматривать? Короче, Савонин, давай, до свидания.